а может и втрое больше. Пусть ад наполнится кровью, и кровь эта воспламенится, а потом пойдет кровавый дождь, и тогда крови будет достаточно, а может и нет. Понятно, надо вспоминать. Не, ребят, серьезно, Папай написал, что Jump King выиграл, все было честно. А если поменять игру, то тогда какой смысл голосования? Алло, чат, успокойтесь, примите то, что кому-то понравилось, а кому-то нравится. Ну да, просто было честное голосование, чат. Вы, блядь, ну просто вы не вывезли. Да что ж такое? Вас победил какой-то один чувак. Все. Что еще можно про это сказать? Пиздец. Но это ГГ, я потому что уже тайминги забылся, ну. А еще очень громко. Фанаты Jump King'а, не, тихо. Спокойнее, молодой человек. Нормально. Пиздец. Чат, все, смысла нет ныть. Наслаждайтесь музыкой моей компании и компании тех, кто выиграл в голосовании. Бля. Надо заново привыкать. Каждый раз, когда заходишь в игру, нужно заново привыкать. Это прям... Пизда. Ты далеко прошел? Ну... Нормально. Просто мы упали. Не супер далеко, но и немало. Блять, что-то как будто бы у меня не лежит сейчас к Jump King'у желание, что ли. Не знаю. Я, конечно, наверное, в душе хотел, чтобы победил Fall Guys. Сейчас революция вспыхнет, бля, в чате. Ладно, сейчас придрочимся и будет все в порядке. Треки еще хорошие играют. Ребят, сделать музыку потише или оставить так? Ой. Давайте вот так сделаем. Компромисс между тем, чтобы оставить и сделать потише. Нормально?
невестов упрям. Гори, запал, гори. В любом случае, буду ловить чил. Да. Спасибо за звук мурчания. Не идет, кстати, не идет сегодня что-то. Не идет, не идет. Тайминги позабытые. Бля, я еще там не помню таймингов. Вот это, кстати говоря, то, что я фейлю обычные прыжки, это прям дерьмовое. Бля, это прям... очень дерьмовое. Бля, серьезно? Я впервые тут зафейлился. Так, здесь я уже привык опять. Блять, да что ж такое вот с этим прыжком-то стало, ёб твою мать. Ты фейлишь меня игру, ты фейлишь... Ну, я так и знал, что вы будете этим спамить чат. Я не склонюсь перед вашей волей. Хорошо сказано, кста. Да бля. Хорош! Нормально. Это я помню. Пиздец. Так, ладно. А когда... А, все, я вспомнил. Бля. Фух, привет, Серег. Господи, привет, Серег. Привет, Лолипопка. Так, а дальше чё? Ага.
Фух! Бля. Бля. Ворона, ворона, я видел, да. Но это уже хорошо. Это прогресс. Это прогресс, нормально все, чат. Прогрессируем. Чё, вы ещё ноете? Блядь, пережал. Туда надо мягче входить. Вот так вот. Опасно. Да бля! Бля! Ой! Ладно. Там очень тяжело примериться на этот шест. Блять. А здесь такие опасные джампы вот здесь просто на грани жопы. А вот здесь фейл будет вообще жесткий.
бы здесь зафиксить это дерьмо. Я могу, но здесь я не перепрыгну, мне крышей хренахнет. Ну-ка, ща. Да, крыша херахнет. Грань жопы, да, у жопы тоже есть грань. Сейчас будем примиряться как-то, не знаю. Уже неплохо. Отлично. С нее даже, кстати говоря, легче. Прямо жопой на этот упал. Еще одна башня. От этой игры ощущение, словно реально поднимаешься на гору, так же тяжело и так же больно падает док. Бля, перетрудился. Ну, ворону я убрал, ворону я убрал. Сейчас опять примеряемся. Я специально сейчас не дожимаю, чтобы понимать примерно, ну, куда я попадаю с такой силой. Неплохо, неплохо, неплохо. Я говорю, прогресс хороший есть. Прогресс есть, прогресс, прогресс, прогресс. Чуть-чуть посильнее. Я здесь просто аккуратно стараюсь очень. Блять, найс, аккуратно нахуй. Ну куда так сильно? А, хорош. Блять, это что ж такое-то? Все, пизда. О, поспешил, пиздец. О, опасно сейчас очень уже. Все, скип? Да нет, почему? Это было пиздец опасно. Спасибо большое, Бакаяру. Чуть-чуть передержал, да. Бля. О,
Это было очень опасно. Вот здесь очень точный тайминг вот здесь нужен. Потому что область приземления очень маленькая. Живем, ладно. Бля, видали, прям... Прям вот на него. Прям на него, прям. Прям вот там миллиметра не хватило. Это запланировано было, если чё. Бля, я уже запрыгивал здесь. Конечно. Ой, блядь. Ой, бля. Пизда, вообще в говно улетел. У них, кстати говоря, почти одинаковые тайминги в этих трех прыжках. Блять, пиздец.
Бля, он даже звук был то, что я приземлился. Пу. Вот такой вот, но он все равно не засчитал мне. Ну, то есть он меня спустил вниз. Чат, идите нахуй с бунтом, а? Голосование все решило. Че вы ноете? Блять, куда? Там какая-то хуйня в этой башне. Блять, и как главное допрыгнуть налево? Ха? Собрать прыгун, как необычно. Хвалю, что добрался так далеко, но боюсь, это конец пути для таких, как мы. Просто посмотри, что ждет тебя дальше. Я пока подожду тут. Короче, я предлагаю сделать вот так. Просто чекпоинт поставить. Мы обузить не будем, возвращаться именно так, но мы поставим чекпоинт на случай, если забьем. Не-не, мы продолжим, это просто чекпоинт. Мы, если мы упадем вниз, мы не будем выходить и загружаться. Это просто чекпоинт на случай... А как я... Блять. Ну... Блять, а как я должен был оттуда вернуться, нахуй, я не понимаю... Очень смешной чат, блядь. Чтоб ваша карьерная лестница также, блядь, упала. Вот я поржу нахуй над вами. А-ха-ха, блядь, будут. Блядь, чат, будут так лохи ебаные, безработные бомжи. Да ладно, я шучу, чатик, шучу. Процветание вам, процветание. Блядь, сука, нахуй. Процветание вам, да. Шутка была. Нет, сучи, мразь, блядь, ты пи. Гидер. Блять. Чуть-чуть не выругался, ребята, запрещенным словом. Гидра. А гидр это мужик. Гидра это женщина. А гидр это мужик. Если я хочу назвать мужика гидрой, я говорю гидр. Ах ты трехголовый гидр. Да блин, чат, вы меня рассмешили. Да что я делаю? Блять! Сука, я посмотрел в чат. Идите нахуй, чат. Нет, я ничего не произнес. Я не хотел произносить, я вообще это слово. Ну, походу, это конец, ребят. Реально, походу, все. На сегодня, блять, мы забрались слишком высоко. Все понятно. Подожди, а почему я не могу... Ах ты, сука! Ладно, хорошо. Я дохожу до туда и все. Не, я, конечно, могу это заявить, но я не буду, ладно.
Не-не-не, я, конечно, могу это заивейдить, но... Да, Alt F4 бы помог мне, но... Это будет нечестно. Бля, ну вот эти падения, они самые ебанутые. До сих пор пока настолько же уебищного падения за один раз там, блядь, не было. Это падение, оно просто какое-то отвратительное. А что я делаю вообще? Ну, если случайно вылетела игра, то это не твоя вина, но она же у меня не вылетает. Я-то могу самообмануться как угодно. Но факт в том, что игра у меня не вылетает. Бля, да как так мог зафейлить? Это же легкий прыжок, я даже знаю тайминг там. Ну все, я вернулся. Все нормально, чат. Бля, пережал. Ну вот, блять, в такие моменты он, конечно, должен засчитывать туда. Потому что явно мы были... Большая часть нашего персонажа, она была, ну, уже... Пиздец, она была уже в дырке. После короля падать пойдем? Блять, чат, а жить мне когда нахуй? Мне стримить 24/7? Вы там сейчас сидите, свою жопу волосатую чешете. Ну или бритую. Но это как бы на самом деле не важно. Вы жрете там сидите сейчас. Пердите, может быть, даже играете на фоне. То есть вы занимаетесь, блядь, своими делами, сука! А мне-то что делать? Мне, блядь, когда срать, блядь, когда ссать, когда есть? Ты-то делаешь, что хочешь. Бля, я даже бзнуть, блядь, стесняюсь при чате. Прикиньте, я все это время терплю, чтобы пердануть. Бля. Так ты сейчас серишь? Бля, вот это, конечно, надо... Надо как-то отловить тайминг здесь определенный. Который я никак не могу надрочить. То есть у меня, конечно, получается, но... Вижу неопознанный летающий объект. Это, блять.
Ой! Я уже прям знал, что я передержал. Вот здесь он столько дает сейф-зона. Вот здесь, вот на этом этапе. Это один из легчайших этапов. Очень много сейф-зонов. Он тебя не сильно наказывает за проеб. Чуть-чуть прям, прикиньте. Ой, плохо. Ой, еще и туда не попал. Что-то мне это не нравится нихуя сейчас. Так, надо собраться, что-то я поднафейлил. Блять, зачем так сильно-то тут? Там, блять, а здесь наоборот сделал так, как надо было делать там, бля. Да. О, все, пизда вообще пошла полная. Блять, вот и самый легчайший из этих прыжков я обязательно зафейлю, конечно. У тебя получится, но они отменяют игру. Бля, чат, вы прям так сильно хотите Fall Guys? Бля, только посмотрел на чат и... Нормально, живем. Бля.
Блять, вот это, кстати говоря, что за хуйня была? Нелегальный сброс. Нелегальный сброс был. Блять, вот это, кстати, пиздец. Очень сильно наказывает вот за этот фейл. Очень сильно. Нормально. Бля, зачем? Бля, чё так жёстко? Бля, чат, я ебать потею. Бля, опять! Прям на эту хрень! Ну прям... Вы же видели? Прям вот... Пиздец, прям вот немного не хватает. Немного. Да. Здесь, конечно, надо выучить тайминги. Бля, сука, дважды! Ладно, хотя бы не сильно наказала. Бля, ебучий... О, ну давай, давай. Ебучий второй шест. Ебучий второй шест, господи. Зафиксить бы проблему со вторым шестом у меня, и все. И был бы быстрый бэк. Вообще говнина. Бля, сильно. Бля, сильно! Конечно, сука.
Передержал, да. Не, блядь, это вообще... Бля, это вообще был... Вот это вообще был трэш. Башкой, блядь, чугунный уебался. Бля, не, ну это... Да лола! Бля, чат, дайте мне хотя бы дойти до того места. Чё я делаю? Дайте мне хотя бы дойти до того места и... Блять, это... Я, кстати, знал, что там будет фейл, надо отходить. Но это было рядом. Бля. Ну давай, давай еще сюда. Ну давай! Почему у меня фейлится этот порог? Почему я боюсь делать чуть сильнее? Вот, чуть сильнее. Бля, ебаная ворона, нахуй, иди отсюда. Спасибо большое. Случайно проебал стрик подписки. Зен. Написал поддержку. Мне восстановили. Я в ахуе. Хорошего всем вечера, ночи. Люблю всех. Блять, да? Нихуя? И так можно было? Да я тебя поздравляю тогда, Зен. Вот это пиздец, а не падение.
Не, ну нормально, на самом деле нормально. А чё вы ржёте-то, блядь? Я уже поднялся, обратно считай. Скрин, блядь, поднялся. Бля! Нормально. Сосамба, блядь. Сосамба 2. Бля, ой, пиздец. Фейл на фейле. Просто жесть. Чуть-чуть прям. Послабее надо было. У них, кстати говоря, одинаковый паттерн прыжков. Вот в той местности, блядь. Просто одинаковый. Надо его задрючить. Там три прыжка одинаковых. Нормально, блядь. Они в разные места, но они одинаковые. Блядь. Эти тайминги одинаковые. Я вот про эти говорю. Вот они чисто одинаковые. Блять, они одинаковые, нахуй, надо запомнить просто, господи. Прям можно... Эх. Три одинаковых прыжка. Ладно. Живем.
Не могу найти там золотую середину никак. Бля! Я не понимаю, почему я постоянно, мне кажется, что я там не долечу. И я стараюсь сделать прыжок посильнее, блять, каждый раз. Да, я сейчас стримлю. Я мне микрофон не выключил, если что. Алло. Да, привет. Я стримлю сейчас. Стримлю. А ты? Я стримлю, Полин. Хочешь, я могу включить громкую связь, но только я на стриме. Сейчас. Говори. Какую суку? А, чат, вы слышите, что говорит Полина? Есть, я сбил. Нет, да, нет, да, нет. Ну только честно, чат. Плохо. А, так. Значит, слышу я тебя отсюда. Ну-ка поговори. А так, ребята. А, музыку сделать потише. Давайте еще музыку сделаем. А так. Ты увидела, как я упал? А? Ты увидела, как я... Чё ты ржёшь? Так, я убрал музыку, чат. Не знаю, давайте вот... я придумал, как тебе. Во! Ща, короче. Система нахуй нипит. Подожди. Алло. Подожди. Алло. Бля, ебать. Да. Алло. Я говорю, ты бы меня так добивался, как эту чертову тварь из пикселей, которая наверху сидит. Бля, мне вообще на нее посрать. Я вижу. Это просто челлендж, понимаешь? Вызов мужчине. Угу. Угу. Да, тебя сейчас слышат, кстати говоря, нормально. А почему ты не играешь в Fall Guys? Так, подожди, ты чё мне позвонил? Потому что у нас было голосование, блядь. Чё это за засланный казачок? Ну, знаешь, в Беларуси тоже голосование было. Я уж пошутил на эту тему. У нас, прикинь, на один голос победил Джамкинг. Один, ровно один. Это был твой? Нет, я не голосовал. Угу. Конечно. Нет, серьезно. А ты бы за кого голосовал? За Джамкинга или за Fall Guys? За Fall Guys, конечно. Почему? Ну, потому что... Потому что там не надо добиваться девушки. А ладно, а если... Девушку мне обидно. А если без девушки, за что бы ты проголосовала? За то, чтобы ты лежал в больничке вместо меня. Ну ладно, без шуток, серьезно, ты бы за что проголосовала? Я, кстати, это было отвратительно с твоей стороны сейчас. Да ладно тебе, я приду домой и закажу из магазина. Короче, ну я бы за Fall Guys проголосовала. А, то есть у нас была бы ничья, если бы ты была на стриме.
Расскажи мне сказку. Чего? Ну, просто расскажи мне сказку. Хорошо. Какую тебе сказку рассказать? Не знаю. Добрую. Ну, хорошо. Про что? Добрых сказок много. Выбери себе любимую. У меня нет любимых сказок. Ну, тогда про котенка. Про котенка, хорошо. Давным-давно жил-был котенок по имени Боба. Боба, да, его так звали. Это жестокие люди его так назвали. Нет, люди были нормальные. Но у котенка было такое имя, потому что он постоянно падал. А он пытался подниматься? Конечно, конечно, Боба, как и любой уважающий себя котенок, каждый раз, когда падал на самое дно в алкоголизм и наркоманию, он находил себе силы завязать и подняться. И однажды Боба... А он знал, что без падений не бывает подъема. Блядь, мне сказку рассказывать или ты будешь социальные нотации читать ему? Котенку Бобу посрать, понимаешь? Все, помолчи, да послушай сказку. Короче, вот котенок Боба жил и часто падал. Вообще его звали сначала Анатолий. Но из-за того, что много падал, его и прозвали Боба. Так вот, котенок Боба много падал и каждый раз поднимался. Несмотря на все трудности, на дождь... Да, как я. Несмотря на... Несмотря на дождь, на слякоть... Переломанные лапы, он всегда находил в себе силы. Но однажды наступил момент, когда Боба понял, что у него больше нет сил подниматься. Он слишком часто падал. Он не может найти в себе сил вновь встать на лапы и быть тем самым достопочтенным котом, каким он был и раньше. Не считай, конечно, его наркоманского прошлого. И Боба задался вопросом, а не совершить ли ему суицид, кошачий суицид. Знаешь, как кошачий суицид происходит? Нет, это сказка, она поучительная, пока не осуждать, осуждать рано. Он еще ничего не совершил, он просто задумал. Конечно, ни в коем случае, ребят, не задумывайтесь, но Боба задумался. И он понял, что суицид не выход. Потому что однажды он встретил невероятную принцессу. Но встретил он ее не в реальной жизни, а на плакате. Это была принцесса, которая жила в самой высокой башне. О том, насколько она красивая, люди слагали легенды. Песни. Это даже рэп. Ты там еще подрычи под столом на эту игру. Угу. Дальше давай. Да, дальше, в принципе, ничего. Он просто понял, что ему ничего не светит и... И жил дальше. Ну, в принципе, вот и конец. Но он самоубийство не совершил, поэтому эта сказка хорошая. Почему, когда я вчера заходила на стрим, ты на том же месте был, на котором сейчас? Нет, я не на том же месте был. Я сейчас на самом... Нет, я сейчас очень высоко... На самом деле, намного дальше уже продвинулся. Угу. Это я сейчас просто вижу, упал. Что ты на том же. А я просто упал. Да, сейчас это за секунду пройду, потому что я уже здесь на дороге. Ну вот, смотри, даже видишь, как я прохожу? Смотри внимательно, учись. Смотри, ты смотри внимательно, как я это делаю. Специально для тебя Давай. Сейчас показываю. Серия Perfect Jump. Видишь, как я прохожу? Смотри. Смотри и учись. Что я у тебя? Ничего, хороший. Все, вижу, как ты прыгаешь. Все, я специально ждал тебя. Не вижу. Ну сейчас ты видишь? Зачем спустился? Я не спускался. Смотри.
Сереж, если ты думаешь, что я не успеваю следить, я успеваю, ты вниз обратно не падай. Я же вижу все. Хорошо? Ладно. Вот, ты не падай, я все понимаю. Успеваю. Да, понимаю, успеваю. Хорошо. Расскажи лучше, как тебе игра. Игра? Сегодня меня накормили кашей, похожей на сопли. Похожей на сопли? Да. И она была соленая? А, нет, здесь нет соленой еды, Сереж. Потому что... Значит, это не сопли были. Я посолила, потом просто меня настала соплями. Значит, ты высморкала эту кашу, да? Нет, я создала это чудовище. Потом я ходила на УЗИ. Так. Мне ковыряли палкой опять там. Где? Там, куда я нанес тебе ответный удар? Ответный, блядь, я тебя не била. Я просто... Это превентивные методы. Вот. Было больно. Не так больно, когда ты возвращаешься туда, откуда начинал мой вчерашний стрим. Это куда? Это уже ничего. Это я так не слышу. Вот. Но я лежу, ничего. Мне даже не скучно абсолютно. Да? Это да. Хорошо. Ну, а это здорово, что тебе не скучно. А? А ты же заскучился? Да. А я когда приеду, закажу пиццу. Да. Я могу прямо сейчас заказать себе. А ты знаешь? Ну? Ну, что... Я не закажу. Предложишь или я запрещу? Давай. Ну, что? Рассказывай. А ты знаешь, сколько я уже не какала? Ты не какала, наверное... Спроси меня. Ладно. Сколько ты не какала? Четвертый день ты не какала. Это нормально для тебя. Четвертый день, Сереж. Потому что мне больно. Тужится. Ну так ты, бля, по тебе вообще не скажешь, что в тебе сейчас много говна. Ты, в принципе, всегда такая. Сабдвайс! Мур-мур-мур-мур! Чатик, погоди, чего донат. Вы злорадствуете? Мне бы помочь в игре стримеру советом. Блин, чат, я сейчас все фейлю так сильно из-за Полины, потому что я отвлечен на разговор. Ну да, конечно. Давай, не, серьезно, серьезно, я как начал с тобой разговаривать, мне сразу все по пизде пошло. Да, правда? Да. А может, потому что мне надо было отдавать тот последний голос за эту игру? А я не отдавал его, лол, я вообще не... Себе. Да я не голосовал вообще, там какой-то мудак просто проголосовал. Да, опять я виноват, все время чё. Да, мы требуем честных выборов. Да забейте, он... В смысле честных выборов? Они... Блять, вы сейчас допиздитесь тут, а? Что какие вы честные вы, блять, насру, блять, насру всем под дверь, блять, каждому, нахуй, вычислю. И куча дерьма будет под дверью у каждого. Ну ладно, Сереж, смотри. Да. Ты, короче, просто не торопись в игре, ты просто торопишься, я же вижу. Нет, я просто уже заучил эти тайминги, поэтому, блять, я... вижу, да. Ну ты заучи тогда еще раз, я не знаю. И дома не торопись. Ты знаешь, ты не спеши из больницы, там полежи, полечись, потому что мало ли что. Что? Сделай полное обследование, там, задержись на пару месяцев. А ты мне оплатишь? Что? Ты мне оплатишь? Ничего страшного, в общую палату переедешь. Чего? Ничего. Это, кстати, такой рофл был. Здесь такая телка лежит. Она такая, сам, на губах, знаешь, как металл. Очень модная, дохуя. Ага. И, короче, кстати, парень мне заказал букет цветов, а ты, блядь, мне нет, я только что понял, охуеть. Охуеть, блядь, я тебе оплатил твои AirPods. Потому что у меня не было дома. Ну и что? Потом вернешь, кстати, не забудь деньги. Да цветы мне,
Блять, этот парень ее там, блять, просто нахуй, если бы он знал, что я тебе тут дарю. Чё? Да ничего, блять, нихуя тебе вообще дарить не буду больше, просто так разговаривать. Лично. Спасибо, Сереж. Спасибо за подарок. Нет, значит, это. Прям на годовщину. Это вот. Мне подарил, короче, цветы, букет. Ну. Я подумала, а она лежит в палате, где 7 человек. Я вот, думала, вот, как... вот, вот, блядь, весь его букет, нахуй, лежит в общей палате, что, бомжиха. Букет? Я палату оплатила сама, алё. Так я и думаю. Вот уёбок. Лучше бы он мне палату оплатил. Цветы, блядь, принёс, нахуй. Но он просто выебывается, понимаешь, перед ней пока. Видимо, у них только начало. Может быть, тебе лучше почитать документацию? Уважаемая Полина Смирнова, сейчас, вы лекарства выпили, что доктор прописал? Тебя спросили, ты выпила лекарство, что тебе доктор прописал? Ты подарила мне пробитие. Блядь, ты теперь настоящая танкистка, Полин. А, я танкист, получается, настоящий. Ребята, прирожденный танкист. Ты мила, а я страдалец. Что? Что? Кто ты, страдалец? Да. Ты маленький узурпатор, а не страдалец. Серёж. Да. Ты ведь соскучился? Нет. Как играется? Отлично. Ну, вообще-то я уже продвинулся дальше, если ты не заметила. Дальше, чем что? Чем ты был 5 минут назад? Ну, вообще-то, на... Господи, что ты меня троллишь, я не понимаю, сбиваешь меня? Ты позвала меня, позвонила мне меня чмырить, что ли? Ты мне сказку не рассказал, в итоге нормально. Короче, ладно, нормальная сказка. Жил-был на свете один волшебник, звали его Генри. У Генри была длинная седая борода и еще, возможно, член, но об этом история умалчивает. Как бы то ни было, рассказывает, что он один раз делал пробитие одной бабе. Прямо изнутри, блядь. Вот, Генри был крутым волшебником, он специализировался на превращениях. И однажды Генри решил стать котиком. И назвали... И он стал котиком и назвал себя Боба. И этот Боба часто падал. Но всегда поднимался. Ну, в чем ты поняла? Какой сказки мы возвращаемся? Это начало истории просто, дополнительное. Я и говорю, это сиквел, да, был или приквел? Это приквел вообще, дополнительно, не сиквел. Блин, ты вообще писателем не думал пойти? Писателем? Я думал танкистом пойти после моих успехов. А что ты кушаешь сегодня? Сергей. Да. Я что много чего кушал. Что? Но... Я вижу твое лицо, дебил. Что ты ел? Я не помню. Подожди, я что-то ел. А, я доел эти, как у ребрышки. И... Какие? Ну, я ребрышки одни купил. Ну, вот такие, которые мы покупаем обычно. День назад, по-моему. Да, день назад вчера. Вчера или позавчера купил. Вот, и, ну, хлебушек взял, и, ну, сегодня все пока. Чё, обалдел? Чата, куда мне дальше идти? Да, вот здесь-то мы дальше не проходили, я здесь делал прыжки, ворону спугнула, пока все. Туда иди. Направо? Ну, в смысле, мне вот в центральную башню прыгать? Ребят. Да. Чё ты-то дакаешь? Ты ничего не знаешь. Фу, Гай, сиди теперь. Молодец. Нет, серьезно, чат, куда мне? Ты чё, пёрнула? Нет. А. По крышам? Ебать. По крышам? Ёб твою мать! Бля, Рафлан ебало, это чё, серьёзно, что ли? Серёжа? Да. Всё, пока. Нет! Почему?
Все, ты сказала пока, я начал проигрывать. Нет, вообще-то я... Нет, вообще-то я прошел. Блин, Полин, ты зэкс держешь, я... Ладно. Блин, надо еще сильнее. Интересно, какой прыжок туда нужен, чат? Блядь, это фейл, нахуй. Да. Блядь, это фейл дважды. Сереж. Да. Вот из меня завтра приедешь, если меня выпишут. Смотря во сколько. Ты что, охуел? Ну а что с тобой приезжать? Ты же, у тебя ничего страшного, господи. Возьмешь, вызовешь такси и все. Ты что, обалдел? Мне уже тяжело носить. Что, а что ты собираешься вытаскивать оттуда? Блять, говно. Ты что, спиздил аппарат ИВМ у них, блядь? Такие нетяжелые вещи. Ебать, ты за мной не приедешь? Не-не, я приеду. Да че дрожат шутки про ИВМ? Я приеду. Так-то лучше. Ну смотря во сколько еще тоже, у меня может быть стрим уже будет. Женщина-женщина, а стрим стримом. Да, чатик? Конечно. Не, ты хотя бы знаешь примерно, во сколько... у них во сколько выписка-то? Не знаю. Чат, я вас поддерживаю, расхуляюсь, а вы так со мной? Знаешь, чат хочет стримов. Им посрать на всех и на все, они хотят... Им посрать даже на меня. И вот чат вообще посмотрит, что я еще не ел ничего. А не игра, а не это. Потому что сидит какой-нибудь Васян, блядь, сейчас. В какой-нибудь игре. Ему нужен фончик, к которому он привык, блядь. Ему вообще посрать, что будет происходить, блядь, с кем. Главное, чтобы фон был. Под бутерброды и игру его. Или еще под что-нибудь, что он там делает сейчас. Ну, давай ты мне отвлекайся от игры. Да, кстати, а то я что-то опять начал. Ну, короче, ты приедь за мной. Ну, смотря во сколько, правда. Нет, ну тогда я не приеду. Ну, давай тогда выберем день, когда мне будет удобно тебя забрать, тогда я тебя и выберу. Ты такой смелый при чужих людях. Нет. В смысле смелый, блин? Как будто ты имеешь какую-то власть. Она сейчас там, наверное, просто, блядь, охуевает. Ну, учитывая, сколько теперь после... Учитывая, сколько после этого времени у нас уже не будет секса с тобой, пока ты там не залатаешь себя изнутри, я уже не буду таким милым. Да-да. Ладно, я шучу, я же тебя люблю вообще-то. Не так-то лучше. Писечка любимая моя. Сколько ты будешь меня? На 7 миллиард. Сколько? На миллиард. На 6 миллиард. Это когда сколько миллей? 6 миллионов. Бля, я из-за этой хуйни сейчас проебался. Опять ты пошел просто, блядь, ублюдок. Да я начинаю ржать с этой хуйни и фейлюсь. Прыгаю. Ясно. А ты? Вперед. Вверх вообще-то, а не вперед. Вверх, только вверх. Что за трэш мы на стриме у меня сделали? Не знаю. Блин, почему прочитал сообщение, что стример дешевка. А? Во имя чего? Что вы делаете? Обращайтесь по уставу. Чат. Вот вы хихикаете, но если вы попадете в больницу, всем будет похуй. Сейчас донат, никто, кстати, не позвонит, не расскажет сказку, не скажет, что любит вас. Понятия вы никому не донат. Нужны. Эх, как же хочется тяночку плохо. Блять, тут хиканы анимешные, знаете.
Что? О чем говорят? О том, как больно падать, но нужно всегда вставать. Они говорят о том, что как хочется тяночку, нам никто ничего не скажет, короче, они ныть начали. У чата депрессия массовая началась теперь. Нытики, блядь, ебаный чат. Блядь, чат, знаете, кем вы меня ассоциируетесь, блядь? Не с людьми, реально. Пиздец, у меня чат ассоциируется почему-то, когда я вижу, как они аутируют толпой, они у меня ассоциируются с животными милыми, типа котиков или собачек, которые как дурачки такие гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав сзади, гав-гав. Ну, по-хорошему. Знаете, не-не-не, знаете, кем вы ассоциируетесь? Знаете, Элвин и Бурундуки? Блять, вы ебаные Бурундуки, которые умеют разговаривать и такие, типа... Вот с кем у меня ассоциируетесь, я вообще этих людей не представляю. Все надо делать своими руками. Можно бесконечно смотреть на три вещи: как течет вода, как горит огонь и как Сережа сюсюкается с Полинкой, свинкой по громкой сейчас, связи. Сейчас, погоди, Полиночка, здесь кто-то умиляется, как мы с тобой сюсюкаемся. Что ты говоришь? А я с кем ассоциируюсь? Ой, ты с Полинкой, свинкой, Полинкой, псинкой, это мои творения. А ты лайкнул мою фотку новую? Что говоришь? Мою фотку лайкнул новую. Нет еще. Так я не заходил никуда. Какой фотки, бля? Я похож на тех мужиков, которые лазят по Инстаграму. А. Или после этой фотки. Чел, короче, пишет. Готова ли ты за вознаграждение, типа, интимный вечер провести? Я как начинаю морать. Блин. Ебать, думаю, чувак, нахуй, ты мне, блин, не предложил. У меня фотка. Я лежу в больнице. Меня апоплексия яичника. Ну нет, белый мой парень, когда ебал меня. Конечно, чем? Пойдем вместе отдохнем, что-то. Я еще мужика с тобой возьму. Поговорим о сексе. Может, я ему яичник пробью? Дети, понимаете, о чем я? Короче, точно не ясно. Да. А то он как спать лег. Нелюдь будет нелюдя покрывать! Время. Сейчас они мне еще оба тут станут доказывать, что это не гуль, а моя собственная бабка-покойница. Пока Полины нет, я могу приехать к тебе, и мы смогли бы заняться страстным горячим мужским сексом. Нет, спасибо. Не надо мне секса мужского горячего предлагать, пока Полины нет. Так, что ты говоришь, Полиночка? А ты уже как спать лег. Блин, я не помню. Где-то между 4 и 5. А ты? Ну ты рано ложишься. Я легла 1:30 утра. Только меня разбудили в 6. Сделали мне укол. Потом дали градусник. Потом еще что-то дали. Сейчас донат извините. За бурундуков ответишь? Д. Полин? Нет, не отвечу. Кто это был? Спасибо, Олд, за 500 рублей. Выеби меня. Нихрена себе деньгами начали кидать. Люблю тебя. Ты притягиваешь деньги. Выеби меня. Но после истории с Полиной я призадумался. Так, чего? Люблю тебя донатить со озвучкой «Выеби меня». Но после истории с Полиной я призадумался. Спасибо, Адольфушка, за 1000 рублей. Большое спасибо, Олд. Блять, пока... Ой, ребята, из-за вас я фейлюсь. И спасибо большое, Олд, за 500. Я в хорошем же смысле про бурундуков, наоборот, типа в положительном. Короче, пора, походу, заканчивать. Чат, я сейчас буду, короче, подниматься туда, вот до этой крыши, и там делать сейф. Я думаю, пора, блядь, мне идти есть. Ты кушать хочешь, бедненький? Ну, когда ешь один раз в день, в целом хочется кушать, да. Придурок.
могилу себя найдешь. У меня, кстати, всегда так, это потому что я ленивый, и мне не хочется ничего готовить и ничего делать. Откажи мне что-нибудь хорошее. Ты моя писечка любимая. Ты моя красивая девочка, ты моя пушинка. Ты можешь не касаться моих, блядь, гениталий, я тебя прошу, Серёж. Ты моя писька, писюндра, полундра. Серёж, пожалуйста, хотя бы, блядь, даже не упоминай. Блядь, у меня так желание секса отобьешь с тобой все. Будешь так разговаривать, Серёж, постоянно. Да? А ты мне знаешь, что отбил? Яичник, ну не секс. Да, блядь, сука. Желанием там, блядь, отобью. Бля, парень, кто ли на вас, что у меня такой здоровый хер? Не знаю, кто. Корни твои. Вини господа бога, блядь. Кошмар. Ну так, ребят, секс травма опасна, не занимайтесь им. Хотя, что я вам говорю, вы в этом плане следите за здоровьем. Теперь. 12 сантиметров, да, у меня хуй 12 сантиметров. Короче. Да. У кого короче сидит дома и отращивает. Вот ты и отрастил себя, блядь, махину ебаную, 2 года из дома не выходил. Ну вот так я занимался тренировками. Чат. 0101, загадывайте желание, все быстрее. Убавь звук игры, по ушам ебашит. Игра тебе по ушам ебашит? Ты чё, с ума сошёл? Она и так сделана тихо. Может тебе батя рядом стоит, кулаком ебашит и по ушам прям? Ты не видишь? Хочу спать. А, они загадывают. Они дурачки, они, короче, пишут о своих желаниях прям в чат. Тупицы, блядь. Ебать, я упал. Бля, слушай, мне нужно забраться туда, я заебался. Я хочу отдыхать. А что ты будешь кушать после стрима? Это хороший вопрос. На самом деле, я даже не знаю, что у меня есть. У тебя есть я. Ну тебя нельзя скушать. Ну, слава богу, блядь. А то бы ты... Ничего бы я не сделал. Угу. Не поможет. Сначала бы меня убил, а потом бы расчленился я. Нет. Я уверен, ты невкусная. Ты не какала 4 дня, и мне не нравится твоя начинка, блин. Да. Что вот свечи, да? Да. Как это мне? Ага. За сегодня я их вставила 2. Да? Так. И они пропали, но не вышли. Я не знаю, что и. То есть в туалет я не сходила, а свечи не вышли тоже. Может, нам нужно было все это время в жопу ебаться на самом? Я тебе сколько раз про это говорил? Я вообще в шоке. Но они растворяются, но они же не всасываются в меня. Хотя, я уже ну и... Загадка черной дыры. Короче, вообще в шоке, Серёж. Ну, тяжела твоя жизнь. Я ещё перед отпуском вообще-то хотела в зал походить, чтобы похудеть. Но ты сделал... Все как нельзя лучше. Я дал тебе наконец-то действительно легальную причину не ходить в зал. Да, и теперь да. У тебя есть отговорка. Зал быть толстым, и чтобы все меня жалели. Типа, блин, бедненько, я как... Это потрясающе. Сережа. Да? Что ты мне купишь, чтобы я быстрее выздоравливала? Ничего. Ну так не пойдет. А что ты мне купишь? Чтобы я больше тебя не пиздил членом изнутри. Я подарю тебе жизнь. Кстати говоря, ты как будешь расплачиваться по-другому, раз у нас теперь не будет секса несколько месяцев из-за того, что ты травмирована?
Мы, в общем-то, как-то будем регулировать. Ты как-то уже Сереж, нашла? Сереж, подобрала какой-нибудь подарок мне? А если я страдаю, то ты страдай, дорогой мой. Нет, 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 да. Нет, нет, так да. Не подойдет. Нет, да. Не, а все, все. Да. Не, не. А вот и не, а все, Сережка, она была раньше. Не. Да. Дрочить тоже нельзя. Что будешь дрочить? Все, Сереж, ничего, просто. Ну все, все.